Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас небольшой обзорчик с утра решил вам записать. Далее, наконец-то, набор битвы для всех на русском сервере. Вот такие вот плюшечки дошли до нас, на всех остальных уже намного раньше дали. Почему-то русский сервер в последнюю очередь дали, ну и на этом спасибо. То есть дали нам, грубо говоря, 150 тысяч, тут 40 тысяч, 10 тысяч и 5 смен. Что по рынку тут интересное у нас сегодня есть? Ну, из такого Некрос за полпака, Огник, Свален. Ну, такое себе. Расходников не особо много, как видите. Такс. Побежали, перейду на без донатов. Заберем сразу. И сравните, ну, например, там немку, пока они будут отставать, конечно же, от русского сервера в плане прокачки, в плане героев, потому что здесь сардалька началась намного раньше. За один самоцвет забрали. Так, смотрим, что у нас интересное есть по акциям. Магазинное безумие сегодня есть, ничего себе. Космо, 10 осколков, смешно, на английском сервере 100, Огник то же самое, 100, Роза 100. Конечно, смешной магазин, еще кто-то что-то скупает тут. Это жесть, конечно. Так, окей. Аж стрёмно сюда заходить. Сокровищница, что у нас сегодня в сокровищнице сделали? Сейчас посмотрим, что интересного есть. Так, Анубис, ПБшка, Роза. Ну, Розу возможность выбить, ну, давай себе. Понятно. В общем, такой вот русский сервер. Давайте заберем плюхи. Поехали. Сюда. Сейчас вы увидите, что такое бездонат на Тайване. То есть я вам сейчас покажу частично то, что уже есть на аккаунте. Вчера просто жесть. Только я всего забрал, я уже не стал это снимать. В общем, это акция затрату, понятно, нам ее рано, 160к копить, это длительное время. Но вот эта вот акция, она еще двое суток идет. Смотрите, у меня уже 41 есть, 41 смена, ребят. Не 10, не 3, не 4, 41. 35 плюс 10. И это каждые выходные вы можете себе плюсовать. Плюс за ЗПшки, когда мы ролили, я там добил, там за 30 плюс 15 карт еще дополнительно получил. Поэтому, как видите, здесь все намного быстрее будет качаться. Ну, тут вот начался продажа новых камешков на прокачку за донат. Жесть. Два больших пака, чтобы вкачать одного героя. Это бред полный. Сейчас я вам покажу там улучшения, какие у героев. Так, что тут интересного еще есть? У Космо целого продают, конечно, неплохой пак тоже. Ну, это у нас без доната. И сейчас смотрите, вот эти плюхи, которых я говорил, плюс 15. То есть, по сути, за выходные можно плюс 25-30 картсмены сделать. То есть, 3 недели, и у вас будут топовые таланты. Это я вам тоже покажу. Так, что тут еще интересного у нас было? Крустальный, ну, относительно вроде неплохой, с книжечками. И пиратище. Жмакнем на удачу. Бум! Ну, питомцев дали. Награды тут относительно неплохие, но лучше всего здесь собирать Огника с этой акции. То есть очень много падает сумочек. Такс.
Все, вроде с этим разобрались. Поехали на немецкий сервер. Close conflict. Ну, если так читать. Сейчас посмотрим, что здесь интересного сегодня есть. Так, это наша немка. Это мы забрали, и такая же акция. Тоже забрали. Что тут продают? Вольт. Пятые сумки, эмблемки, огник, 15, 16 евро. Ну, 20 баксов, как и на английском. Хотя была вот распродажа на английском. Немножко, конечно, рынок не дотягивает до уровня английского, но относительно тоже. Хотя вроде такой же. Так, что у нас есть? Тут у нас еще закрыто. Тут тоже ничего нету. Тут относительно, в принципе, плюшки тоже неплохие. Будем их копить. Ну, я скоро начну прокачивать эти аккаунты. Пока я создаю план действий. Такс, окей. С этим мы разобрались. Поехали на английский сервер. Посмотрим, что у нас сегодня англичанка нам приготовила интересного с утра. Ну, как видите, Тайвань уже показывает свои плюсы. Чем он круче над остальными. Хотя многие говорят, что немка. Да, бывают акции, но на каждом сервере бывают такие акции, где там реально топчик будет. Но по расходникам я не знаю, кто переплюнет. Карты смены очень многое значит. Такс. Что у нас есть? Вот тут вот своего рода тоже классная тема. Коллекционер, да? Вот мы можем зайти. Я не помню, здесь ЗЗПшки учитывается или нет. Да, вот смотрите. Собрали, выбили героя ЗЗП. Плюс 200 штук, ребят. Это плюс 3 миллиона получается, чтобы улучшить. Сейчас у меня где-то, по-моему, один ронин был. Недокачанный. Этого должно хватить, чтобы героя качнуть на максималку. И такая акция здесь раз в неделю, в пару недель есть. Вот смотрите. Ну там понятно, что где-то 150 уйдет. Но там еще до этого тоже. То есть вам хватит, чтобы прокачать героя на максималку. И потратили, по сути, мы всего лишь пару зпшек. Плюс на этих серверах дискаунты действительно бывают очень хорошие. Ну, это коробки за 3К, смысла брать я не вижу, но бывают неплохие очень эмблемки, которые народ просто разгребает. Плюс, ну, короче, тут куча разного всего. Плюс здесь топовый рынок, если вы немножко играете с донатом. То есть даже с минимальным донатом по чуть-чуть здесь можно собрать топовый аккаунт и ни в чем не нуждаться, как на других серверах. В этом плюс английского сервера. То есть, как видите, здесь кучу расходников продают. Так, что у нас в книге? 1500 на ману. Ну, такое. Я что-то в последнее время, вот опять же те же самые камни. На то, чтобы качнуть, вот, кстати, мы дойдем сейчас до прокачки. Вот, например, чтобы улучшить, там надо 6 камней, если не ошибаюсь. 12-й, 13-й, смотрите, плюс 50% и все. По сути, всех героев только процентуальное значение немножко улучшается.
А вот атака и проценты у розы пошли. Тут плюс 100 и плюс отхил, ладно. Проценты. Ну, вы можете у себя пощелкать, посмотреть входящий урон. Да, ну, этих 5%, я вам скажу так, они не стоят того. Шесть камней надо. Там нас были на за обмен давали, но реально 6 камней и 4 героя, это 80к кхшек ради того, чтобы улучшить немножко. Не знаю, смысла не вижу. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Все, всем удачи, всем пока.